иду в сторону японского сада. С правой стороны детский парк с аттракционами. И также вы можете посмотреть озеро. Попробую подойти поближе к озеру и показать вам уток. Ну, а это Интерконтиненталь отель. Прям ветерочек такой прохладный. Еще у нас так зелено, так что радуемся теплым дням. Уток как много. Вот это озеро, которое было еще при парке Победы при СССР. Надеюсь, мне хватит батарейки. Третью батарейку забыла дома. Одна закончилась, вторая наполовинку сейчас. Но надеюсь, мне хватит пройти весь этот сад японский. А может, не весь. Ну, насколько хватит, настолько покажу вам. Рыбу ловить нельзя. Плавать нельзя. Ведется видеонаблюдение. А раньше мы прям туда подходили и кидали также хлебушек уткам. Вода, конечно, зеленая такая. Видимо, очень много там ила внизу. Ну вот, подошла я к этому японскому саду. Здесь у нас всегда в основном свадебные фотосессии устраивают. Какие-то памятные фотосессии. Вот банк МБУ в середине стоит. Национальный банк. Сейчас узнаем, поскольку билеты стоят. Для взрослых 20 тысяч. Для детей до 12 лет 10 тысяч, для пенсионеров 10 тысяч. Ну, в принципе, цены доступные такие. Итак, дорогие друзья, я вошла на территорию японского сада. Здесь я, честно говоря, первый раз. Это я у входа. Ну и погнали. Как сейчас модно принято выражаться. Такие беседочки, можно отдохнуть, подышать воздухом. Здесь прохладненько.
раньше здесь катамараны плавали, лодки. Музыканты, что ли, готовятся. Сцена там, колонки. Что-то будет происходить. Похоже на вонючку, но это не вонючка дерева, конечно. Сейчас уже 3:30 вечера или дня. Кувшинки должны быть, камыш. Видимо, все уже отцвело. Ну, где-то гуси гагакают. Разбудили гусей. О, здесь пикники устраивают. Как хорошо. Спинки подтянем, друг к другу совсем сильно не прилипаем, да. Даша, а вот киса пришла. Где мяу? Катамарана, оказывается, есть. Детская площадка есть. И до гусей дошла. Здесь голубей еще много. Канатка здесь проходила. Сейчас не работает, что ли, она?
остановили все. А жалко, можно было бы все посмотреть. Я думала, здесь голуби, они улетели, пока я шла. Видимо, кормят гусей, кидают им кушать. Или что-то их побеспокоило. О, горластые такие. И аисты еще между ними. Пойдемте сходим к гусям. Попасем с вами гусей. О, голуби там, оказывается, их, видимо, кормят. И голуби питаются. В принципе, открыто. Наверное, у гусей просто крылья подрезаны. И у аистов, а то бы улетели. А где Азиза? Без вести пропал. Как называется? Вот это? Не, вот. Вон. Это павлин? Павлин, да, павлин. А это индоутки, по-моему. Да, да, индоутки. Какие-то закуточки. Что это такое? Куда это попало? Аллейка какая-то. О, айвушка. Пахнет. Но она уже гниет, ее никто не срывает. Не культивирует, практически дикая. И сорока такая в одиночестве. Продолжаю свой путь.
Вот здесь кафешка, что ли? Или сами себе принесли еды и кушают. И фоткаются. Высокие деревья какие. Итак, друзья, у меня заканчивается батарейка. Насколько ее хватит, настолько и протяну, покажу вам этот японский сад. Ну, в принципе, ничего такого вау или вах не вижу. Так, чисто, хорошая зеленая зона. Именно шикарно для пикников. Просто посидеть, побеседовать, подышать воздухом. Потому что даже шума машин не слышно, а слышно только шелест листьев, потому что ветерочек идет. Ну, такой должен быть как бы фонтан, мостики. Там вдалеке еще мостик. Мне что-то так хвалили, такая красота, ну, прям, да, чисто, красиво, понравилось, ну, наверное, чуть попозже будет еще красивее, потому что осень вступит в свою силу, и будут все краски осени здесь, вот тогда вообще будет, наверное, красиво, а сейчас все зелено, чистенько. Куда пойти с девушкой или с парнем, просто посидеть, побеседовать в тишине, послушать друг друга, услышать друг друга. Тоже можно сюда прийти. Вообще можно, все равно туда попадает масло. Ну, таких же, только не в резину. Не в резину, а можно? Здесь туалеты. Так что биотуалеты стоят. Очень чистенько, культурненько. Как видите, все убирается. Мусор вывозится. Указатели, куда идти в туалет, тоже есть. Вот на дереве прибито. Thank you.
А здесь такой искусственный пруд. А здесь вот водичка идет. Для фотосессии, конечно, очень много места. Ну вот, практически обошла я весь японский сад. Сможешь? Только включишь его, все, сразу мне так так на карте, где, кто, зачем. Жопу трагать буду, блядь, выйду, блядь, злотяка. Куда подключать? С какой стороны будешь? Ну и буду прощаться с вами, друзья, на хорошей позитивной ноте. Надышалась воздухом, нагулялась, успокоила нервы. Надо почаще приходить в такие места. Ну, самое главное — тишина, чистота и много воздуха. Поэтому приходите тоже сюда. Надеюсь, вам понравится. У меня такое умиротворение внутри. Чего и вам желаю. Такие голубые ели. Вот. До новых видео. Берегите себя, берегите своих близких. Приезжайте к нам в гости в Узбекистан. Вот. Показывайте наш Узбекистан своими глазами. Очень интересно будет посмотреть. Ну и всем-всем-всем здоровья. До новых встреч, друзья.